біздің қаламызда осындай шағын кәсіпорындар бар. Соның біреуі Бристоль деген кәсіпорын, жерде фильтр шығарады. Фильтр болғанда да әртүрлі жеңіл көліктерден бастап, Тойотадан бастап, шетелдік жеңіл көліктерге одан кейін ауыр. Шахталардың астындағы жердің үстінде жұмыс істейтін ауыр арнайы техникалардың фильтр шығаруына айналысады. Что необходимо? Вот сейчас, когда переговорил с руководством компании, не совсем понятно, когда крупные промышленные компании, которые находятся в нашем городе, закупают эти же фильтра в других областях, в других регионах через перекупщиков. Поэтому сейчас будем помогать в этом направлении. Это во-первых. И хочу поработать сейчас с финансовыми институтами. Проект хороший, но успешно работает в течение нескольких лет. И надо поддержать, чтобы они получали какие-то дополнительные кредиты, гранты, чтобы закупить новое оборудование, что было удобно для рабочих, которые здесь работают, и расширение бизнеса.